Че, чуваки, продолжаем. Последняя миссия, дом на песке. Вот. Ролик, давай глянем, что за миссия. Your destination is Marrakesh, Morocco. Your targets Kong Tuao Quang, head of a Chinese construction conglomerate, and Mathieu Mendola, chief architect at Tuao Quang's biggest rival, Hamilton Low. Mendola plans to double-cross his employer and leak non-disclosable company documents to Tuao Quang, including the confidential offer for a multi-billion dollar real estate project. In response, Hamilton Low has requested that we eliminate both men and send their competition a clear message. Kong has rented a rooftop patio for the meeting, but the location is as of yet unclear. So track them and eliminate them. And reclaim the documents. Good luck, 47. Понятно. Так, планирование. Костюм черный. Ну, в принципе, блять, ну яда у меня нету никакого, блять. Хуёво, да? Вот этот шприц, но я не знаю, что с ними делать, блять. Современный шприц, нахуй. Яд, ну что о нем говорить? Шприц получишь у несущей, что ну, то есть станет искать укромное место, где его сможет вырвать. А это что? Шприц содержит одну дозу смертельного яда, убиваешь жертву за считанные секунды. Давай вот это выберем, наверное. Попробуем, что получится из этого, нахуй. И пойдем, собственно говоря, убивать. Последняя миссия этой игры, и мы переходим завтра на Hitman 2. Все, на картинке оставь. Mendola has just arrived. He is unaware of Kong's secret meeting location. But we know that Kong is hosting a lavish party at the Shisha Cafe, and we suspect the meeting will take place nearby. Good luck, 47. Так, ну что, пойдем. Так, наша первая задача это сперва китайца устранить. Я так думаю. Начнем с китайца. Блять, как здесь много народу, блять. Очень прям много. И... вот ходишь, они как, блядь, тараканы, нахуй. Так, сюда мы, короче, залазим. Вот именно сюда мы залазим для того, чтобы спиздить пропуск, нахуй. Вот. Пропуск там нужен для того, чтобы... Давай. That is Kong Duo Quang. Естественно, у меня нету. Не подходит шприц для этой хуйни. Как обычно, тогда будем, наверное, брать вот эту вот поебень, блять. И уже будем ею, блять. Травить. Все, пошло. Так, теперь идем сюда. Вот сюда, потому что здесь ключи на нашей машине, где мы будем уходить. Так, а сейчас мы будем устранять сначала вот тогда вот этого, получается, чувачка. Have a nice day. Все. Несчастный случай. А так как это несчастный случай, искать нас никто не должен. Так, теперь у нас идет китаец. Excuse me. Do you have an invite? Oh, you are so
good. Сейчас то в туалет заходить не рекомендуется. Давай здесь сохранимся. Потому что если мы зайдем сейчас в туалет, китаец начнет паниковать. Вот они ходят тут. Вот. Сейчас пойдет китаец покурить. И в этот момент ему должно быть плохо, блядь, стать. Потому что я туда добавил яд, который нашел в сортире. Давай смотреть. Сейчас он покурит. И должен будет вернуться сюда. Вот. Ну, подождем. Спешить некуда. Так, ему стало плохо. Сортир здесь есть, в принципе. Сейчас он пойдет в толчок сюда, и мы его здесь пустим в расход, нахуй. И все. Так, пусть он сюда заходит тогда. Я думаю, охранник не будет с ним стоять тут рядом, над ним свечку держать, пока ему плохо. Все. Так, этот гаечный ключ нам пригодится прямо сейчас. Я сохранюсь. На всякий случай просто. Вдруг что-то пойдет через жопу. У меня обычно всегда что-то идет через жопу. Так. Ключ кидаем. Охранник обратил внимание. Сейчас он должен пойти посмотреть, что там происходит. И пока он туда идет, мы покидаем зону. В принципе, ничего совершенно сложного нет. Так, труп убрали отсюда, молодцы. И мы покидаем сектор. Блять, тут столько народу, прям вообще пиздец, вот нереально. Вот тут хуй пройдешь их, блять, тут целая куча. Тварей, блять. Все, в принципе, уходим, вон у нас выход. И все, в принципе, с Хитманом можно покончить с самым первым, это последняя миссия. И мы переходим завтра на второй Хитман. Все, миссия пройдена. Бесшумно убийца, только костюм. Получи достижение Марокканские ночи. Марокканские. Да, вот пианист получено. Все по-настоящему. Кучу испытаний получили, кстати, тоже. Прям кучу. Ну, за это, естественно, опыта не дают, потому что это миссия бонусная. Ну чё, чуваки, все. Всем спасибо, кто смотрел. С Хитман все пройдены, все миссии бонусные, нулевой пациент, компания миссии. Так что начнем завтра со второго. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.